мы продолжаем этот же турнир, где меня постоянно инспекция штрафует за то, что я вылавливаю сраную красноперку, которая запрещена. Так, мы ловим дальше. Но у нас только вот эта рыба. Я думаю, что она нас приведет к победе, хотя я не уверен. А вот, ну, короче, этого вида надо крупную рыбу поймать, я так понял. А не общий вес. Но все равно. Навряд ли мы, может быть, выиграем. Но все же я надеюсь, что выиграем. Хотя бы кубок третьего места. Чтоб мы не зря тут карачились. Корюша какая-то клюнула, хрень. Так. Вау. Нечаянно нажал я мышкой не туда. Извиняюсь. Так. Мы продолжаем лишь ловить. Но пока что нам вообще не везет, честно вам скажу, даже врать не буду. Не везет нам. Хорошо, если мы выиграем турнир, но как-то я сомневаюсь. Нам надо поймать красноперку хотя бы килограмма на полтора, чтобы, я думаю, хоть как-то выбиться в хотя бы на третье место. А у нас клюет, однако, эта фигня, как видите. Если мы ее оценим, мы, конечно, деньги получим, но нафиг они нам нужны, эти деньги. Я, наверное, буду просто копить эту всю рыбу, так и оставлю ее. Буду копить зачетную рыбу, пусть тухнет или что он там делает, и нормально. Но оценивать я ее, наверное, не буду. Хотя посмотрим. Сколько тут до конца? 4 часа осталось до конца. В надежде, что клюнет какая-нибудь нормальная красноперочка, мы выжидаем. Надо его коньячком. О. Опять влупили штраф. Сумма 69 тысяч. За какую-то красноперку. Главное, баги какие-то. Я закоптил рыбу, закоптил шину, получилась копченая рыба. Как из шины может получиться копченая рыба? Ну ладно. Но это, конечно, вообще, наверное, косяк из косяков. Но вот этот баг тоже, что написано «Запрета на свирь красноперкой», тут же проходит турнир во время запрета с красноперкой. Это что-то, я не знаю, нечто. Просто нечто. Смотрю, боты тягают какую-то фигню. Красноперку тоже иногда вылавливают. Ну, может быть, если будет все хорошо, то... То мы, может быть, и выиграем. Потому что, как-то смотрю, люди тягают. Ну, не люди, а боты. Но как-то все у них неправильно сделано. Надо быстрее хавать этот хлеб тупой. Сушеную рыбку, и потом уже тут у меня конфеты и так далее, лакомство. Еще мы рыбу поймали мало, 380, только нам даже ни в этот не вступить. В клан, так сказать, клуб, клан, разницы нет. О, клюнуло. Надеюсь, это плотва какая-то нормальная, но кто его знает. Да,
Если судить то, что она зачетная, это вроде как нормально. Имущество у нас только тачка. Награды Паша, Ахтуба, первые места. Штрафы, налоги, турниры. Таблица рекордов. Жена так хорошо заполнилась. Уже много рыбы всякие выловили. Так. Ахтуба и Клязьма триада. Вот можно на триаду съездить. Я, правда, ни разу не ловил на триаде. Посмотреть, что это такое. Может быть, это очень интересно. И глянуть, что оно будет. На триаде. Как-то у нас вообще так серии быстро полетели. Особенно по турнирам. О! 1 час остался. Точнее, 40 минут по игровому времени. И я думаю, что надо будет съездить с вот этими снастями, с крутыми. На турнир вот это, где тут максимальный вес написали. Вот, сейчас. Вот. Верхняя Тунгуска. Максимальный вес. Посмотреть тоже на этом. И думаю, что вторник. А, мы уже не успеем. Мы уже все проворонили. Клязьма пятница у нас. Ну, можно еще покататься. Каждые сутки выходит турнир новый. Ну так, по городам. И на кой-нибудь съездить. Думаю, будет интересно. Тоже на кой-нибудь. Особенно по максимальному весу. Там азарт. О. Мы заняли 3-е место, как я примерно и предполагал. Но это нормально, скажу вам, потому что хотя бы так. Я вообще думал, мы не займем место, но все же я надеялся хотя бы на 3-е. Поэтому мы не зря ловили рыбу сейчас. Где тут наша вот свирь? Хоть и 3-е место, но все же хоть что-то. Так, трофеев нет. Идем на базу. Турниры. Клязьма. Вот Ахтуба, Севрюга. Пятница. Угу. Давайте съездим на Ахтубу. Поехать. Давайте поездом, то что оно так нормально. И в пятницу там написано, да? Ну ладно. Квесты. Теперь сюда. Хотя можно вот сюда сгонять. Это еще дальше будет. Это что такое? А, вот, подкаменная тунгуска. Ну. Так, длина бассейна. Так, разные виды. Майгуна. Но мы туда не поедем. Слишком далеко и дорого. Вот так вот покатаемся до пятницы. Вот среда. Лабынкер. Максимальный вес. Ух. Да, я б на лабынкере порыбачил. Ну, пока мы туда не можем приехать. У нас уже среда. Едем опять на Ахтубу. Сейчас у нас будет четверг, пока доедем. Ну, я так предполагаю. А не будет у нас четверга. Так, надо глянуть, когда там именно. Ахтуба, ага. Севрюга. Пятница у нас в 5:00. Короче, мы еще можем съездить вот сюда. На тачели на своей. Автосохранение. Так.
Страв, ну понятно, в пьяном виде, это фигня. Так, ладно, заканчиваем на этом нашу серию. Всем спасибо, кто смотрел. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, самое главное, на мой канал. Всем спасибо огромное. С вами был Герман. До свидания.